Добрый вечер всем, друзья. Давненько не выходил. Читал в комментариях, там люди писали, что хотели бы посмотреть. На какой стадии развития в игре сейчас я сам лично нахожусь? Вот сейчас посмотрите. Я до сих пор играю, но совсем не так активно, как раньше. Раньше у меня было очень много свободного времени на прежней работе. А теперь, к сожалению, такого времени уже нет. Да и очень часто интернет подводит, качество интернета, из-за чего у меня стримы не получаются. Поэтому захожу я где-то, ну, утром бывает зайду один раз, бывает вечером один раз зайду. И все. А раньше я мог целыми сутками сидеть в игре. Сейчас у меня 49 уровень замка. Поставил я его недавно. Вот в прошлую лихорадку, во вторник. И не прошло и недели, началась новая лихорадка опять. Большой геморрой с этими яйцами попасть туда. Если до сих пор кто-то не знает, я сомневаюсь, что кто-то не знает, но вдруг не обязательно здесь участвовать, можно просто зайти, вот дойти до этой стадии и просто нажать назад, стрелочку назад, выйти к себе в замок обратно и все. И дальше яйца автоматически участвуют. Но я уверен, что все уже давным-давно это знают. Бывает закон подлости, что целый день на эти яйца бегаешь, но так и победы нет. Просто вот две первые награды числятся, а последние нет. Бывает и такое. Так, продолжим. Что у меня с моим замком? Статистики у меня, конечно же, никакой. Добрый вечер всем, друзья. Еще раз. Пришлось перезапустить запись. Статистика у меня в замке слабейшая. Я не доначу совсем. 49-й, как я уже сказал, я поставил совсем недавно, 2 недели назад. А после этого я поставил Т-14 пехоту. Ее у меня 315 тысяч. Это я сегодня натренировал в этап тренировки. События развития Альянса, оно очень хорошо помогает в строительстве. Там просто невероятное количество знаков на халяву набирать можно. И запустил я Т-14. Строятся они у меня. Т-14 стрелки. 49-е. Еще 14 дней. Но, как у всех, проблема с ускорениями и с серебром. Просто вот эта капитальная проблема. Одновременно все столкнулись. Потому что резко начали все строительством заниматься и изучением науки. А наука жрет ресурсов просто бешеное количество. Вот это исследование состязаний за красные перья. Там просто без мата не скажешь, сколько там надо. Вот простейшее исследование 6,4 миллиона серебра. 5. Я про эти вообще молчу. Здесь еще больше. Тут уже доходит и до 20 миллионов серебра на некоторых. Вот такие дела. А ресурсов как раз и нет. Фермами давно забросили все заниматься, я тоже забросил. У меня в сумке было просто хорошее количество ресурсов, запас. Я сумки не тратил несколько лет. И это все у меня улетело просто за один день, когда я 49 ставил и изучал науку. У меня было 20 тысяч красных перьев.
Все серебро из сумки вылетело. Так, свернемся к нашим баранам. Самое печальное, что у меня есть в замке, это стихии. Камни дракона. Я вам их сейчас покажу. Но это у меня с этими, с какими-то преимуществами этого фей, скорее всего. Потому что что-то много. Вчера у меня было просто по тридцатке, сегодня стало 37 откуда-то. Пехота 70, стрелы 70, кони 60 вообще. Очень слабенькая статистика. И начал я сейчас заниматься уронами. За королевские стяги прокачивал уроны. Стрел пока докидал до 332%. Раньше я ими не занимался, королевские стяги не собирал. Теперь упор на них делаю и поднимаю уроны, потому что уроны решают все. Даже при двух одинаковых статистиках, если у одного из них уроны будут 330, у другого 400, этот 400 просто порвет как тузик грелку. Ну, вы это и сами все понимаете. Феи тоже приносят очень хорошие награды. Золото прям неплохо скапливается вот за этих достижений. Золото очень хорошо дают. Я уже полтинник насобирал. И вот эти верхние награды тоже неплохие. Главное на халяву. Про обновление я вообще не говорю уже, это уже просто тупизм начался, потому что каждый месяц выпускать новых героев — это дегенератство. То, что они ввели усиление камней и эмблем, эмблемами и камнями, частицами до плюс 20, до плюс 40 уровня тоже, это просто уже бессмыслица стала. Уже даже не понимаешь, какое это усиление у тебя будет. Заморочились они с камнями, сделали их на все первые три статистики, но вся остальная стата начала падать. А вчера я видел отчет, где у игрока топ-доната и первые, и вторые стали одинаковыми. 121 и 122. Так, затащим мы вдвоем или не затащим? Скорее всего, не затащим. Вот такие делишки. Так что мы продолжаем играть. Война у нас также продолжается в королевстве. Пока идут феи, мы отдыхаем на расслабоне. Можно щиты не одевать. Реже в игру заходить, не заморачиваться. Много всего нового, конечно, ввели в игре. Жалко, что никто не занимается этим, не снимает обновления. Потому что я сам об этих обновлениях узнаю о чем-то новом через неделю, через две, допустим, про портал, про то, что там новые эмблемы в портале есть. Я узнал только позавчера. А эти эмблемы там хер знает сколько уже. И много других всяких фишечек, приколюх,
возможности усилиться на халяву тоже никто не рассказывает. Очень жаль. Очень-очень. Самого времени на все про все не хватает. Кто-нибудь бы занимался этим, чтобы просто посмотреть 10-минутный ролик и уже в курсе событий. Вот так вот. И по новому этому изучению я вот, допустим, в обсерватории иду вот в эту сторону. Здесь и урончики есть, и на общую статистику имеется. Ну и частично вот наверх. То есть я буду идти сюда и сюда. А вот в эти две стороны нет, не пойду. На этом всем пока. Пишите в комментариях, буду отвечать на вам.